Железнодорожная линия Берда-Ахдам строится в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева. Согласно проекту, будут построены 4 станции, 3 моста, 1 путепровод, 23 перекрестка на уровне с автодорогой, а также 127 искусственных инженерных сооружений. Строительные работы железнодорожной линии Берда-Ахдам протяженностью 47,1 километр ведутся в 2 этапа. Первый этап, охватывающий территорию Берда-Кючарли-Тазякент, уже на стадии завершения. Для строительства оставшихся 26 километров сотрудники АНАМА очищают от мин участки, по которым будет проходить дорога. В рамках первого этапа на реконструируемой железной дороге земляные работы выполнены на 98%, строительно-монтажные на 65%. Также полностью завершено строительство 35 водоотводных труб, 2 мостов, 8 резервных переходов. Построены более 17 километров элементов верхнего строения железной дороги и 18 установок регулирования дороги. Наряду со строительством дороги возводятся административные здания станций Кючарли и Тазякент, также пассажирские платформы. Железная дорога Берда-Ахдам будет сдана в эксплуатацию в 2023 году. Эльнур Тофик, Кемаль Азизгазе, новости СТВ.